Кухня ЖКХ. С декабря в России вырастут тарифы на услуги ресурсоснабжающих компаний в среднем по стране на 9%. Каким рост будет для кировчан, пока неизвестно. Решать будет региональная служба по тарифам. А что с платой за обслуживание домов? Мы спросили нашего эксперта, генерального директора управляющей компании «Активкомфорт» Сергея Торхова. Управляющая же компания зависит от мнения жителей. Понятно, что у нас сегодня не самые лучшие времена, зарплаты особо ни у кого не поднимаются. Понимаем, что будем работать на тех тарифах, которые есть. А чтобы как-то выжить и поддерживать дома в нормативных условиях и так далее, жителям предложение будем делать по увеличению денег на текущий ремонт в домах. Не секрет, что «Активкомфорт» обслуживает не новые дома, у нас в основном это хрущевки, сталинки вот по Октябрьскому проспекту. Дома старенькие, требуют постоянно какого-то ремонта, какого-то поддержания, поэтому деньги приходится тратить. Где их взять? Вот интересный вопрос. Есть ли какие-то у вас решения? Комфорт жильцов все равно нужно поддерживать на некоем нормативном уровне. Мы уже, в принципе, вошли в отопительный период. Правда, еще то включение, то отключение. Приходится перенастраивать систему отопления. Но отдел работы с населением у нас уже составляет планы по проведению общих собраний жителей, на которых мы будем предлагать, а жители будут рассматривать и принимать решения, например, по размещению рекламы на фасадах домов. Очень много у нас домов находится на первой линии. Может, кому-то потребуются эти рекламные места. Может быть, кто-то на дворовой территории захочет установить киоск. Понятно, что мы предоставляем место, они согласуют с администрацией, там, внешний вид и так далее. Но порядка даже 10 тысяч в месяц для многоквартирного дома на 10 тысяч много чего можно прикупить из материала. Интересный выход. А вот в отсутствие рекламодателя можно, например, собирать средства с жильцов на какие-то конкретные работы разово? Этот вариант у нас отработан и для жителей понятен уже и привычен. Отчитались по дому, мы там, ваши деньги истратили, ваш небольшой тариф уже закончился сегодня. А работа, например, очень большая предстоит. Например, вышел из строя бойлер, это 1400. То есть такие работы мы осмечиваем и тоже выносим на общее собрание. Но всегда в доме желательно иметь некий запас денежных средств, и вот из вот таких мероприятий этот запас складывается. Как жильцам быть уверенными, что деньги от рекламы на доме будут точно работать на них? Прописываются в решении общего собрания. На таком-то месте мы согласны повесить рекламу. Стоимость этого места будет в месяц там составлять столько-то. Как собираются деньги? Через управляющую компанию или назначается ответственный со стороны собственников, которые принимают эти денежные средства? Это все прописывается в решении. Размещение рекламы для получения денег на текущий ремонт обсудили сегодня. Какие еще есть источники средств на повышение вашего комфорта без увеличения платы, поговорим в следующий раз. Кухня ЖКХ.